Ё-моё, рабочий день. Не выдержал. Там кое-какие дела переделал. Сейчас 11 часов. Не выдержал. Приехали мы, это Москва-река, вон как она отступила, даже здесь еще видно, вот где дерево, вот она туда добивает, так сказать. А если смотреть вот здесь, то она, ну вот, до вот этого обрыва, это все затоплено. Почему сюда? Ну, с одной стороны, потому что туда не подъехать. Там такие заливные луга, снег потаял. А с другой стороны, что тут классное место. Сейчас река как раз наполняется. Вот течение, русло идет вот оттуда. И вот так, вот так, вот так, вот так. И туда пошло, туда загибает. А здесь такой затишок. Здесь нет сильного течения. То есть можно сделать прикормочное пятно. Потому что река сейчас очень буйная, очень жестко так. Здесь и так течение сильное. А вот сейчас она прям... вообще конкретная. Погодка классная, да, мам? Тепленько, солнышко. Так, сейчас раскладываемся. Вот наш скарб. Раскладываемся, прикормимся. И что-то мне подсказывает, что кракены сегодня будут. А тебе, мам? Да, здесь были летом кракены. Но тут невозможно, да, мам, стоять. Жареть такая. Жарень такая, что негде спрятаться. Вот две березки и вот еще там одна. Так, ну если все. Кому-то было интересно, кто-то когда-то себе задавал вопрос, куда же деваются свадебные шарики после того, как их запускают. Вот снимаю вам ответ. Вот так вот они заканчивают свою жизнь. В буреломах таких. Послеречных, междуречных, москворечных. Ты, мам, тоже не знала? Нет. Иди посмотри. Я думала, они в небо улетают. Ну да, ты видела. А ты задумывалась когда-нибудь, куда они потом деваются? Нет, а? Видишь? Вот, а так вот они заканчивают бесславно. Ребята, грязь адская. Вообще все тонет. Вон сочится вода. Это, видимо... там, короче, лужи такие натаяли от снега. Просто моря, которых нету летом. И, видать, оно все сочится и в реку. И вот мы намостили вот таких вот вымосточек. Вон, мамка, вон какой след. Чуть не утонула. Вон, мам, я руки мыть приготовил уже. Короче, вот так вот на трубах обосновались. Вымостки сделали. Леща там немерено, вон он ходит, горбы иногда всплескиваются, горбы такие. И ревет, выйдет и ревет. Ну, сейчас просто не удается заснять, но обычно так. Так, ну я сегодня вот такой красивый. Это мне эту рубашечку Дима нашел. Дима, привет, спасибо тебе. Ну, сейчас первый заброс. Я уже промерился, две точки нашел, одна поглубже, другая помельче. Сейчас делаю первый заброс на ту точку, что поглубже. И да, так это еще отпечать такие, я отпечаю. Я не иду. Ну вот и первая рыбка. Подожди, сейчас еще посмотрим, кто там. Ну, поэтому пикеру не поймешь. Он такой чувствительный. Кажется, что грамм на... Да. Вон она. Есть. Вот она, вот она. О, хорошенький.
Какой лещик. Иди сюда. Опа, иди сюда, рыба. Ура! 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 Ой, блин. Ребят, хочу вот немного ситуацию прояснить. Вот у меня здесь 34 метра шнур, короче, закинул. Я проверил, вот на этот остров кинул. Вот, островок. Нашел там, ну, место ровное, в общем. И 34 метра кидаю туда, там грузик маркерный падает на 5. На 5. Потом еще кидаю ближе к берегу, вот на тот бежевый дом. Вот. Там грузик маркерный падает на 3. То есть, что получается? Одна и та же дистанция, 34 метра, чтобы не крутить, не мотать. Одна прям туда, ближе к руслу, глубже. Вторая ближе сюда, ближе к берегу. Она как бы та же самая дистанция, но... дистанция та же самая, но более на мелководье. Ну вот сейчас лещик, который клюнул, он клюнул на глубине. Сейчас на глубине посижу и перейду еще на другую точку, которая ближе к берегу. Посмотрим, чего там. Ого-го! У него ого-го, что-то есть. Короче, вообще так чуть-чуть, так подергивало. Я думаю, ну, наверное, уже обожрал. Думаю, наверное, обожрал, надо вытаскивать. Вытаскиваю, а он, вот он. Сидит, красавчик. Молодец. Молодец. Радуете папку сегодня. Класс вообще. Ну и махина. Моща конкретная. Вань, тебе понравился? Вань, понравился тебе? Нет, ты испугался? Ну ничего, он хороший вертолет. Это русский вертолет, он хороший, понял? О, прикормку спускают. Прикормку спускают, ловить что-то будут. Вот это да! Видите, что-то прикармливали. Прикорм кидали. Завтра фидеристы придут туда кидать будут. Вертолет прикорм накидал. Ванька аж леща поймал, да, Вань? Видишь, вертолет прикормки набросал. Я же говорил, он прикормку бросал. Давай, тяни, крути. О, Ваня рыбу поймал. Смотри, какую. Ух ты, класс, давай. Нравится? Давай подсачек, быстрее подсачек. Давай. Опа-на! И такой мерненький весь гранд-лист одет. Ага, вообще хороший, блин. Да, видишь, какой хороший. Да, мы эти овавьи. Смотри, вот да? Такой. Да, классно. Да, бивать это уйми, бивать это уйми.
Опять прилетал. Прикольно. Тренировка, наверное. Да, где-то там бипа. А это тут. Так, ну пока что какая-то пауза возникла. Вертолет все-таки распугал рыбу. Ну, как мне кажется, он тут гудел конкретно. Пыль летит во все стороны. Пил, пил водный. Ну, короче, да, напугал, скорее всего, потому что вообще смолк. Ну ладно, мы все равно как бы ловим. У нас еще пару часиков, я думаю, есть. Вот. Все хорошо, день классный. На берегу вообще супер. Настелили, вот настил сделали. Фидеры, червяки, мотыли, прикормки, все огонь. Все класс, продолжаем рыбачить. Мы что-то не пойму, как сапог идет. Ага, да, сапог. Ну, что-то есть, но идет как сапог. Ага. Да. Ага, ничего нету. А оторвалось, ага. Сошло. А какая-то и ты топ. Ты обманула. Там никого не было. Да, обманила. Никого не было. Куда, да, мам? Да. Вот такие кулебяки сегодня у нас лещик кушает. Только что, кстати, большой сорвался. Блин, прям жалко. Ну, как обычно, вот самый большой и срывается. Вот. Берем вот так вот. И вот так вот раз. Вот так вот туда целимся, куда нам надо. Туда вот. Вот вот туда. И вот так вот. Хинч. Прям туда? Да. Ну что, ребята, заканчиваем рыбалку. Чего-то вот клёво нет уже, наверное, часа полтора. Ну, можно было бы, конечно, еще посидеть, но сейчас буквально еще чуть-чуть, солнышко чуть опустится и будет холодно. Как бы смысла нету. Может быть, клёв и будет чуть попозже. Так сказать, вечерний или какой он там, сейчас 5 часов, 17 часов, после 17 вечерний клёв. Но сидеть уже будет не прикольно. Вот, поэтому сейчас смотрим, что там получилось. Получилось вот так. В принципе, что, карасики хорошенькие. Да, да, да. Хорошенькие, красивые карасики. Давай. Да. Мама, его, удовольствие доставили. Ну, много нету, но все равно кайфово. Вот такие карасямбики. Плыви. Вот так. Пусть они, ребята, не рестятся. А когда отнерестятся, тогда уже мы их поймаем и скушаем. А пока что пусть дадут потомство, чтобы рыба в реке не исчезала, а пополняла свое поголовье. Ну что, ребят, хочу пожелать вам всем здоровья, счастья. И мирного неба над головой. Ага. Всего хорошего. Адидани. Иди и говори до свидания. Адидани. Мама, я тяжу. Фух, ебать. Ой. Нихера себе. Если ты во все концы, ты попердешь.